Друзья, здравия! С вами Майтрея Атимукта. Мы наполняемся любовью и счастьем, в благости и гармонии. Сегодня у нас в Дахабе ветрено, но очень чудесный день. С утра провели трансформационную игру и дзин-отношений. Тоже пришли люди, и я почувствовал такую, что благодать, принятие, гармонию. Хотя поначалу было какое-то такое некоторое возмущение, но все равно потом пошел процесс очень хорошо. И дальше делали совместную сессию соединения с источником, и это тоже было очень благостно, потому что источник, по сути, это состояние естественное для нас. Но оно стало неестественным, так как мы потеряли свою коннект, свою связь с источником. И стали осознавать просто себя как личности, как персонажи. А возвращая себе состояние источника, мы возвращаем себе нашу мощь, силу, наше знание, нашу гармонию, наш внутренний покой. Потому что когда мы готовы отпустить и слиться с состоянием источника, то происходит радость, счастье и гармония в благости и любви, в гармонии, в счастье. Это состояние, это любовь и ощущение гармонии абсолюта. И в этом состоянии мы благостны, счастливы и гармоничны, наполнены любовью и счастьем. Наполняемся, гармонизируемся и осчастливливаемся. На самом деле я благодарю всех, друзья, за участие в сессиях. И давайте вместе создавать это состояние источника любви, благости и счастья во благо для всех существ. Будем делиться озарениями. Очень буду благодарен за обратную связь, потому что я чувствую, что это идет из сердца. Этот поток, он нескончаемый поток любви, радости и гармонии. И в этом потоке происходит чудесное преобразование. Преобразование всего негативного в счастье, в любовь и в радость. Именно этим мы и занимаемся в сессии. Поэтому приглашаю вас, друзья, на сессии. Приглашаю вас в Академию счастья. Именно для создания благостной атмосферы, времени, для состояния любви, осознанности и благополучия, для соединения с источником. Давайте будем это делать вместе, вновь перейдем к единому сознанию, к состоянию благости, любви и счастья. И в этом состоянии сотворения будем вместе творить реальность, наполненную любовью. Я искренне принимаю и люблю. Благодарю каждого за участие, друзья. Благодарю, благодарю, благодарю и приглашаю вас к единому сознанию, созиданию, в состоянии источника. Сейчас происходит квантовое исцеление на квантовом уровне, уровень перехода. И в этом осознании, в этом понимании происходит действительно любовь, радость и счастье. В гармонии, в любви, в благости. Благодарю вас, друзья, и желаю чудесного, радостного дня. Во благо!